Привет, мухоязы. Свяжем мы сегодня, не свяжем, вернее, а оснастим крючки стразиками. Со стразиками однозначно поклевок больше. Особенно осенний зажравшийся хариус любит что-нибудь поинтереснее, чем просто муха. Подготавливаем стразики, то есть я высыпаю их на стол. Переворачиваю всех, чтобы они лежали вверх стеклом. Нарезаю пенку. Крючок у меня здесь Марусега номер 8, поэтому полоски будут примерно 2 миллиметра. Ну, вот 20 крючков я подготовил, примерно 2 полоски таких у меня уйдет на них, ну, на всякий случай третий. Клей вот этот я уже использовал очень много раз. Клей-гель гораздо выгоднее использовать, так как он так не засыхает, как жидкий клей. Пробил. Начинаем наклеивать. При наклейке тоже он быстро не засыхает. То есть преимуществ очень много от него. Прилепили стразик на палец. И наклеили на крючок. Оп. Один, второй. Придавили обязательно, чтобы прихватилось это все дело. Мажем клеем на пайку. Чтобы равномерно распить по напайке, я использую зубочистку. Заморалась клеем, выкинул, другую взял. Очень удобно. Излишки клея также зубочисткой впитывают. Ну и все. Поворачиваем на крючок. Прилепляем прям на клей пенку. Почему я коротенькие такие кусочки и режу, чтобы длинный будет отваливаться. Все, прихватили ниткой. И когда, ну, лишнее обрезали. И когда начинаем по напайке обтягивать, как бы растягиваем ее. Раз, и пальчиком придавили. Все, прикрутили сверху. Лишнее оборвали, узелок контрольный. Ну и сразу же, как только это все приклеили, надо пробить отверстие. Значит, клей схватится. Уже потом даже отверстие это сложно будет найти. Проверено. То есть надо сразу пробивать отверстие. Пробили отверстие. Ну и в принципе все. Заготовка наша готова. Если нету пенки, вот именно такого цвета, какой надо, можно взять любую светлую пенку, покрасить ее перманентным маркером. Она очень хорошо держится. То есть вот красную пенку, она вот светло-красная такая, не такая, как мне надо. Я
подкрашиваю красным маркером, получается красная головка. То есть пробили сразу отверстие, беру красный маркер и подкрашиваю. То есть уже вот ловчий цвет получается. Смываться он не смывается однозначно. Ну вот сюда вот на сушку я ставлю, чтобы не размазать ничего. Допустим, вот коричневую головку я делаю, ну, с любой можно пенки, лишь бы светлая была. Вот у меня зеленая никуда не идет, все, ее раз прихватил. Пробил дырочку коричневым маркером. То есть любой светлый цвет в темный закрасится. Она очень хорошо впитывает маркер. И смываться водой уже точно не смывается. Сразу дырку не пробил, сейчас. Ну, в принципе, нормально пробилось. Вот три основных цвета, которые я использовал. Черный, коричневый, красный. Вот это у меня сопли заготовки. Буду их использовать. Ну, собственно, и все. Ни хвоста вам, ни чешуи. Трофейных уловов. Пока.